Да, ставочка у нас 300 неделя, поэтому у нас не на игру. Запредлагал по 500, но я что-то решил не испытывать по 500 такое счастье. Чё? Чё он там написал? У-у? А, сдался. Лол. Поиграли, блин, за Луну. Ну ладно, плюс 300. Запишет все трэжи заблочены, денег мало очень. Хотя Кирия землявов получила. Нычка рогов на распе есть. Но безденежье. Ну, в принципе, с такой надеждой я и продавал и замок, и цвет, что денег у него будет не так много. В принципе. А так-то да, подлагивает. Блин, я хз вообще из-за чего это? Могу подзакрыть сейчас вообще. Так. Ну что, Зе создал следующую. Реально хз из-за чего. Я даже подключение с роутера напрямую сделал. Я уж думал, что может быть это проблема в моем стареньком DIR 300. Но и тут не прокатил вариант. Stronghold Dungeon. О, лол. Жестко, жестко. Готов ли я играть за варваров с 4К преимуществом? Нет, не готов. Четыре двести. Я думаю, тут до 5 можно смело торговаться. Хотя, ну так-то даймонд можно мишек воткнуть на первый с таким откатом за варваров. Можно спокойно мишки на первый втыкаются. Не, ну, блин, варп против шахтера. Слушай, а если не сдаст просто за варваров, то в такой жопе можно оказаться. Надо было соглашаться на 500. Ну, Клопик, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. На даймонде 4900. 4900 на даймонде. Просто это будет разбежка. 8 героев за варвара, плюс надо найти подходящий рез, и все будет окей.
Ну тогда это Мишек в замке надо будет отстраивать, и никак иначе. Других вариантов просто не будет. Надо было торги сразу с 8К начинать, изи 5К и грэжный мишк на 1 в 1, да что-то как-то... Блин, а что-то Твич так и не поднялся? О, шесть. Твич так и не поднялся, сейчас, сек. Долбанный гудгейм.